Бойцы ДНР решили поздравить женщин республики с 8 марта и подарить им цветы прямо на улицах Донецка. Наш герой, военнослужащий девушка. Павел, сейчас находится на бульваре Пушкина в центре города. Здравствуйте, девушка. Решите вас поздравить от всех силовых структур ДНР с праздником 8 марта. Спасибо. Возьмите цветочек. Спасибо. Как вас зовут? София. София, мне приятно. Спасибо. Как вас поздравляли уже сегодня? Только муж. Да? И как он вас поздравил? А? Как он вас поздравил? Как поздравил? Как обычно, цветы, подарок. Спасибо. Спасибо. Всего до хорошего. Здравствуйте. Разрешите вас поздравить от всех силовых структур ДНР с праздником 8 марта. Спасибо. Как вас зовут? Катя. Таня. Приятно познакомиться. Здравствуйте. Разрешите с 8 марта вас поздравить от всех силовых структур ДНР. Спасибо. Возьмите. Почему без цветочка даете? Давайте вам получше выберу. Возьмите. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья и любви родных и близких, чтобы вас любили. Спасибо. И главное, мира. Мира, да. Мы все ложимся и встаем только с этой мыслью. Так точно. Спасибо. Здравствуйте, девушки. Хотите вас поздравить от всех силовых структур ДНР с праздником 8 марта.